Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем играть в игру Ken Fallen Столпы огня. Так, ну что же, я думаю, что нам с вами стоит навестить будущего приора. Так, ну еще хотелось бы мне узнать, где у нас все-таки здесь спрятаны ключи. В какой трещине? Как видите, все пока безрезультатно. Странно, приимный дом, но он никак у нас не функционирует. Так, давайте вот здесь обойдем. Ага, вон в той двери дом приора. Нам нужно с ним поговорить насчет бумаг. Переубедить его, чтобы он не сжигал их. Что такое? Неужели не видно? Я занят, я работаю. Угу, документы. Я бы хотел взглянуть на бумаги приора Джеймса. С какой кстати, брат Филипп? Ну, наша маленькая обитель немало дает монастырю. Я бы хотел убедиться, что все наши дары отмечены. Значит, ты не доверяешь нам, Филипп? Так, значит, обстоит дело. Монастырь в полном упадке. Состояние монастыря – дело приора Кингсбриджа. Я по-прежнему хотел бы увидеть бумаги приора. Их сожгут сегодня же. Я слышал об этом. Таково было последнее желание приора Джеймса. Я всего лишь выполняю его. Новый приор не справится с финансами монастыря без счетных книг и договоров. После выборов новым приором буду я. Но пока мест еще не приор. Только капитул может принять такое решение. Разумеется, брат Эндрю, конечно же, поймет, почему ты протестуешь против исполнения последней воли Джеймса. Резничий должен организовать собрание братьев, чтобы сохранить бумаги приора Джеймса. Ага, вот так вот. Поговорить о капитуле, наверное, надо. Я хотел поговорить о капитуле. Поговори с братом Эндрю. Он будет не меньше моего рад, что ты явился. А теперь уходи. Слушайте, ну все-таки какой-то он темный, ребята. Он очень темный. Вот этот вот новый приор. Ну, точнее, еще пока не приор, но якобы будущий. Ладно, нам нужно поговорить с Эндрю. А где у нас вообще находится этот Эндрю? Так. Откроем-ка, наверное, карту с вами и посмотрим, что у нас здесь есть. Так, дом приора вот. Конюшня, ворота монастыря. Я даже ума не приложу, где он может находиться. Эндрю. Кладбище. Так, мы сейчас на кладбище, да? Ну, я так понимаю, что где-то внутри собора, получается. Ну-ка, давайте-ка здесь все, как говорится, хорошенько пройдем, посмотрим, оглядимся. Вот почему меня вот в эти вот ворота не пускают, я до сих пор не могу понять. Дверь на лестницу. Что опять такое? Так, Фрэнсис. Спасибо за помощь. Как я могу отказать тебе в помощи? Ты же мой младший брат. Я знал, что на тебя можно рассчитывать. Так. Таким способом не убедить Эндрю организовать собрание братьев. А где этот Эндрю, Фрэнсис? Ты мне вот скажи лучше. Проход в клуатр. Так, ага, понятно. Здесь у нас молодые монахи. Понятно, таким способом. Блин, а где же? Ну-ка давайте дом Капитула. Мы должны задать себе вопрос. Сможет ли святой Адольф оборонить Кингсбридж в эти темные времена? Он не смог защитить приора Джеймса. С тех пор, как в собор ударила молния, Джеймс переменился.
Когда ты станешь розничим вместо меня, уговори епископа прислать нам новую реликвию. Я-то стану помощником приора. Мы с новым приором поддержим тебя в этой просьбе. Так. Давайте вот так сделаем. Кингсбриджу просто не хватает веры и тяжелой работы. Филипп из Гуинеда. Я хотел поговорить с тобой. Как ты смеешь прерывать панихиду брата Ремигия? Боюсь, что меня ждет хор. Не уходи, брат, не вижу. Почему тебе нельзя услышать, что Филипп скажет в свою защиту? Прошу прощения. Я прошу прощения. Меня потрясла смерть приора Джеймса. Тебе не пристало так себя вести. Я уверен, что ты отличный приор для обители Святого Иоанна, но здесь мы всегда следуем правилам. Так, ну, давай, давайте спросим, может быть. Я ищу бумагу, которую передали в руки приору Джеймсу. Это никак не связано с моими делами. Поговори с Ремигием. Так, книги приора нельзя сжигать. Мы не можем допустить, чтобы книги приора Джеймса сожгли. Такова была последняя воля приора Джеймса. Монастырь в долгах. А без счетных книг и ведомостей все останется по-прежнему. Кроме того, в его книгах сокрыта бесценная мудрость. В этом монастыре решение принимаешь не ты, брат Филипп. Отлично просто, да? Не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду. Первое послание Петра, глава 5. Ты прав. Ты представишь свое дело на рассмотрение братьев на капитуле сегодня. Благодарю тебя, брат Эндрю. Закончу с делами, велю всем монахам пройти в дом капитула. Может, мне самому пригласить некоторых из них? Можешь приглашать, но я требую, чтобы хор закончил занятия до капитула. Они и так отстают. Вот так вот, ребята. Так, что у нас тут? Чтобы сохранить бумаги приора Джеймса, на собрании должны присутствовать все братья. Хо-хо. Значит, надо всех братьев обговорить. Ну, давайте поговорим с монахами молодыми. Через несколько минут начнется капитул. Правда? Мы непременно придем. Спасибо, что сообщили нам. Так, ну что, ребята, двое есть у нас. Надо всех обойти, я так понимаю. Всех созвать. Так, а кто у нас там еще-то есть? Ага, Фрэнсис. Нет, я слышал, это точно. Что это было? Он правду говорит. Прекратите, сосредоточьтесь на пении. Вот, опять этот звук. Так, подожди, что тут они... Это нам вообще не нужно, давайте-ка... Ага, хор тут у них собрался. Тебя что-то тревожит, брат? Они не хотят. Они не могут петь. Это все Адольф. Вам показалось. Можете мне поверить. Я его слышал в крипте. Мне тоже показалось, что я его слышу. Нет, вам показалось. Из крипты послышался звук плетки, как будто святой усмирял свою плоть. Истина, настают последние дни. Брат Филипп, прошу тебя, помоги мне. Докажи им, что это все пустяки, и внизу никого нет. Ага, отлично. Внизу это где? Не понял я юмора. Так, Фрэнсис. Разничий объявил о сборе капитула сегодня. Надеюсь, что мне удастся заполучить письмо, о котором ты говоришь. Превосходная мысль, Филипп. Разумеется, я буду на капитуле. Так, Фрэнсиса мы позвали. Хор не пойдет. Че ему надо, я ума не приложу.
Так, двери на лестницу. Это как-то мне нужно, блин, попасть вниз. О чем они вообще тут говорили, я так и не понял, если честно. И о каком звуке вообще идет речь. Вон, запели они, что они. С панталыки-то меня сбивает. Так, нам нужно еще сходить к Полу. Это же тоже, я так надеюсь, брат-монах. И он должен тоже присутствовать, по идее. Ладно, сейчас мы это узнаем. Брат Пул, можно тебе на пару слов? Давайте вот так вот. Так, что ты говорил о слабостях Ремигия? Ничто его так не злит, как молчание в ответ. Это не пристало помощнику Приора. И все, что ли? Слушайте, брат Пол, мне пора. Кажется, холодает. Слушайте, почему-то мы его не позвали. Странно, да? А, вот так, наверное, надо сделать. Скоро начнется капитул. О, спасибо, что сообщил мне, Филипп. Не забывай, что я сказал тебе о Ремигии. Так, ну что же, все. Полу мы тоже сказали весточку. И у нас, ребята, видимо, еще кто тут есть. Так, дорога на мельницу. А на мельнице мы ничего не можем сделать. Тут все у нас закрыто, как ни странно. Только лишь одни овцы ползают. Дверь заперта. Дорога в деревню, дорога в Клуатр. Кстати, нам еще нужно, по-моему, поговорить с гробовщиком. Он-то уж точно должен присутствовать. Так, давайте-ка к нему подойдем и сообщим ему. Брат Арнольд, сегодня будет капитул. Сегодня? Я приду. Такое я ни за что не пропущу. Так, а этих что, надо звать, нет? Потеря времени. Потеря времени. Слушайте, их почему-то нельзя. Ну, это ворюги недостойные. Поэтому пускай здесь стоят. Так, подождите-ка, а нам еще, ну-ка, Приора, может быть, попробовать. Недовольный вечно. А тут абсолютно ничего нельзя сделать, ребята, а вообще. Только лишь смиренно выйти из комнаты. Что нам и придется сделать. Жаль, жаль. Так, ну что же. А, у нас еще, ребята, есть повара. Помните? Как его там? Милий. Забыл я, как его там величать. Так, ну-ка, Эндрю, что-нибудь скажешь мне хорошего? Брат Эндрю, капитул начнется, как только Кантор закончит занятие с хором. А до тех пор терпи. Угу, понятно. Значит, без хора я ничего не смогу сделать, пока он там не отпоет свои песни. Черт, а что же мне тогда делать надо? А они говорят, что... отказываются петь. Якобы их там что-то пугает. Так, давайте-ка зайдем на кухню. Тут у нас еще два брата. Надо их тоже оповестить. Что-то холодает. И когда эти новицы научатся закрывать двери? Ну, это вообще-то я, Филипп, а не новицы. Сегодня будет капитул. Ты убедил брата Эндрю? Чудеса случаются. Мы непременно придем. Можешь рассчитывать на нашу поддержку. Так, давайте-ка с Катбердом поговорим. Старика тоже надо позвать обязательно. Сегодня будет проведен капитул. Великолепно. Не терпится посмотреть на ваши споры с Ремигием. Брат Катберт, не беспокойся, мы на твоей стороне. Хе-хе. Отлично, ребята. У меня есть уже своя группа поддержки. Так скажем. Блин, где же тут эта трещина-то, а? Где спрятаны ключи?
Вот в чем загвоздка-то вся. Надо где-то искать. Ну давайте еще разок с вами глянем в соборе. Эти все у нас тут шепчутся. Но ведь песня же поется. А, нет, смотрите-ка, репетируют, действительно. Так, тетя, крипта святого Адольфа? Опа-на, это что-то новенькое. Ну-ка, давайте-ка сюда спустимся, ребята. Железные ворота. Заперто. Отлично. Значит, мне нужны ключи. А ключи, насколько я помню, были у Катберда, а их украли новицы. Боюсь, что крипта заперта. Тогда отыщи ключ. Он должен быть у брата Катберда. Ну, в принципе, я был прав. Я был прав, ребята. Значит, а у Катберда их искать бесполезно. Насколько я помню, новицы говорили, что спрятали ключи в трещине где-то внутри собора. Так, Фрэнсис, алтарь, кафедра. Это кафедра. Не мне занимать столь почетное место. Ясно все. Филипп, удалось что-нибудь выяснить? Пока нет, я работаю над этим. Ну-ка. Трещина в стене, елки-палки, вот она. Новицы сказал, что он спрятал тут ключи. Они здесь, я их нашел. Ядрёна вож, с помощью ключей Катберда можно открыть почти любую дверь или ворота в монастыре. Конечно, забираем. Значит, брат Марк и правда похитил ключи у Катберда. Вот ворюга. Ну что ж, давайте спустимся с вами в крипту. И посмотрим, что здесь такое, ребят, происходит, если честно. Я еще сам не знаю. Так, вот так надо сделать, наверное. Да, отлично. Проходим. Саркофаг. Посмотрим, что там шумело. Бояться тут нечего. Блин, прям как по повести. Здесь ничего нет. Святой покоится с миром. Так, хорошо, ладно. Что там, темнота? В старых соборах всегда слышатся загадочные звуки. Ну и... Ничего. Слушайте, а кто же... И даже если это святой Адольф, мы с радостью приветствуем его. Эгей? Да ну нафиг, здесь нет... Нет никого. И ничего. Так, ладно. Туда мы пройти сможем, нет? Походу, нет. Все, тут больше ничего нету. Наверное, можно возвращаться и говорить хору, что здесь никого нету. Ну ведь на самом деле же нет никого. Давайте-ка тогда мы с ними поговорим. Что они на это скажут? Что касается крипты, прошу тебя, спустись в крипту и объясни им, что там ничего такого нет, что им нечего страшиться. Кажется, я еще раз его услышал. Так, погоди-ка нафиг, я что-то не понял, блин. Чего вам надо? Прошу тебя, спустись в крипту. Ну, это уже повторяется. Интересно. Я же только что там был, там ничего нету. Они меня слушать не хотят. Отправляют меня в крипту. Ладно. Ну, так, тихо. Я что-то слышал, ребята. Вы слышали только что какой-то визг? Не видно и не слышно. Ничего необычного. А ведь только что что-то тут прокричало. А ну-ка. Умерших в Иисусе Бог приведет с ним. Ничего толкового мне это не дало. Так, вот тут еще темнота есть. Так, тихо. Окей? Тихо, я что-то слышал, ребята. Йо, это что такое там?
Ё-моё, это что такое? Тень. Опа-на. Перекрестился. Что это? Странное существо. Что это? Размером с младенца? Эй! Сова. Это всего лишь сова. Хор будет рад об этом узнать. Надо им рассказать. Здорово, блин. В крипте сова. Обалдеть. В соборе вороны, в крипте сова. Почему бы нет? Так, ладно, давайте им скажем, ребята. Надеюсь, они согласятся пойти в капитул. Вам нечего страшиться, братья. Адольф покоится с миром. Это была всего лишь сова. Я же говорил, что это пустяки. Благослови тебя Бог, брат Филипп. Но мне же не показалось. Так, молчите, сосредоточьтесь и... Ага, все, начали петь. Так, ребята, что же нам теперь делать-то, а? Надо как-то сделать сбор. Давайте-ка зайдем сюда. Эндрю, что ты мне скажешь? Хор закончил петь, теперь у Кантора найдется время. Ты готов к капитулу, брат Филипп? Если у тебя есть другие дела в Кинсбридже, лучше заняться ими сейчас. Капитул займет немало времени. Так, ребята, я еще не готов. Я вспомнил про эту, как она называется-то? Про мельницу. Я еще не готов. Сообщи, когда будешь готов к капитулу. Мы должны собраться до полуночи. Да-да-да-да-да, ребята, у меня же ключи. А там было написано, помните, что они открывают любую дверь. Так, срочно идем... блин, где тут выход-то? Срочно идем наружу. И туда, к этому... К старой мельнице, короче. Мне очень интересно знать, что там спрятано. Так, давайте сюда. И вот сюда. Ага, вот она. И как раз тут, ребята, дверь подойдет, нет? Смотрите-ка, пошел открывать. Замечательно. Так, что у нас тут есть? Выйти из мельницы. Мельничный механизм. Так, на нем ничего почему-то не действует. Да ладно, что, ничего здесь нет, что ли? Так, что такое тряпка? Там что-то написано, да? Резьба. Послание, вырезанное на деревянной стене. Послание вырезано на деревянной стене старой мельницы, найденное в январе 1136 год. Братья, я должен покинуть вас. Я не нашел Бога в этом месте. Палка помощника приора Ремигия больше никогда не коснется моей спины. Никогда. Возможно, я найду Бога где-то еще. Фома, сентябрь. Так, ну а это мы уже с вами читали. Слушайте, а к чему здесь... Палка не коснется его спины. Это кто-то его бил, что ли, здесь? Этого Фому? И кто вообще этот Фома? Очень, очень интересно. Тем более, все это было так закрыто тряпочкой. Может быть, это какое-то доказательство против Ремигия? В общем, мы это с вами узнаем все. Ну что же, я думаю, теперь можно идти к Эндрю и делать, собирать капитул. Ну а как дальше будут происходить у нас тут дела, это мы уже увидим в следующей серии. А на этом все. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.